Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про ICO еще одного интересного проекта. В данном случае это будет проект Repu. Итак, что же это такое? Repu — это умное управление репутацией на блокчейне. То есть, в принципе, что это такое, давайте объясню чуть более подробно, пока, возможно, не совсем понятно, о чем в целом идет речь. Итак, с помощью данного проекта, с помощью проекта Repu, вы можете осмотреть социальный рейтинг в различных социальных сетях. То есть, как мы все с вами знаем, социальные сети уже плотно вошли в нашу жизнь, и причем они используются не только для общения, допустим, с нашими одноклассниками, одногруппниками, либо, допустим, сотрудниками по работе, либо просто с друзьями, а очень часто данные социальные сети используются и, соответственно, для того, чтобы, в принципе, допустим, общаться еще и по работе. Так вот, в чем же суть данного проекта Repu? Данный проект является, по сути, революционным проектом, и он позволяет полностью переосмыслить способ восприятия социальных сетей. То есть получается, что данный проект предоставляет систему рейтингов и отзывов, причем важно, что данная система основана на децентрализации и на блокчейне. Но, как известно, в блокчейне один из важнейших принципов — это то, что невозможно подделать эти данные. И, соответственно, получается, что данные будут полностью правдивые. То есть получается, что вы, по сути, скажем так, с помощью данной системы видите оценку той или иной социальной сети и понимаете, насколько она, в принципе, может быть хорошей и полезной. Ну что ж, также, в принципе, что важно, что рейтинг в будущем может использоваться для оценки, допустим, жизнедеятельности индивидуума в различных областях, допустим, профессиональных, ну также, допустим, каких-то других, допустим, если говорить про финансы, это тоже может там встречаться. Также, конечно же, если хотите ознакомиться более подробно с данным проектом, то почитайте его white paper. Вообще, в принципе, я всегда советую читать white paper того или иного проекта перед тем, как участвовать в ICO того или иного проекта. Ну и также, естественно, здесь можно посмотреть вступительное видео, которое рассказывает более подробно про данную систему. Конечно, учать его в данном своем видеоролике я уже не буду, потому что это будет, в общем-то, наверное, не совсем уместно. Ну что ж, и тогда давайте разберем еще вкратце, в чем сейчас главная проблема различных социальных медиапроектов и, соответственно, как эту проблему будет решать данный проект. Так вот, не секрет, что в наше время социальные сети представляют собой огромную базу данных, причем база данных про практически любого человека на нашей планете. Так вот, когда у данных социальных сетей есть эта информация, то они дают возможность компаниям покупать рекламу как раз таки с максимальным таргетингом. То есть таргетинг — это значит, что по сути будет показана реклама тому человеку, который в этом заинтересован. То есть, например, человек изучает, допустим, английский язык, и он видит рекламу по английскому языку. Либо человек, допустим, подыскивает себе авто, и, соответственно, ему высвечивается объявление о продаже автомобилей, допустим, бэушных, либо же новых. Ну и, соответственно, получается, что как раз-таки с помощью данного проекта, давайте тогда перейдем к решению данного проекта, в общем-то, что важно, что данная платформа будет позволять пользователям использовать систему рейтингов и обратной связи в их повседневной жизни. Причем тоже, вот как видно, что данная система будет использоваться не только, допустим, на компьютере, а еще и можно будет поставить ее на, допустим, мобильный телефон. Ну и главные особенности для пользователей проекта Repu — это первое, то, что будет как раз таки проставление рейтингов, то есть, проще говоря, оценок вместо лайков за социальный контент. Далее второе — это проставление рейтингов и отзывов для компаний, то есть это плюс уже не для обычных людей, а для серьезных таких корпораций. Третьим плюсом является то, что будет управление репутацией компаний для их владельцев. Ну и далее еще один важный плюс — это то, что будет профессиональный рейтинг для рекрутеров. Также здесь есть тоже более подробное описание, в общем-то, всех решений, всех преимуществ данного проекта, но опять же таки в моем вступительном видео все-таки я хочу рассказать именно про основные особенности, но уже более детально, конечно, нужно изучать каждому человеку отдельно. Ну что ж, теперь про токен сейл. Здесь будет выпущено 250 миллионов, тоже вкратце расскажу. Так вот, из них 70% выходит на ICO, но далее уже здесь выходят мелкие проценты, допустим, разработчикам, выходят на, допустим, баунти программу, на pre-ICO и так далее. То есть это уже, в общем-то, такие технические моменты. Ну и теперь про цену токена. Вот тоже можете увидеть, что цена в закрытом раунде, который сейчас проходит, это 0,07, соответственно, доллара. Далее цена будет на pre-ICO 11 центов.
далее будет 16 центов, ну и для компании цена будет 35 центов. Причем также, что очень важно, давайте тогда уже вернусь к началу страницы, что в закрытом раунде у вас минимальная сумма покупки — это 1 эфириум. Но курс эфириума сейчас, ну, примерно где-то под 1000 долларов, наверное, чуть меньше, ну где-то за 900 долларов так точно. Поэтому если у вас есть сумма, допустим, 900 долларов, и вы готовы, в общем-то, вложиться в данный проект, то, в общем-то, имеет смысл зайти на закрытом раунде, потому что сейчас, конечно же, условия наиболее выгодные. Поэтому, кого заинтересовал проект Трепу, заходите на главную страницу, я оставлю ссылку в описании к данному видеоролику. Ну что ж, спасибо за просмотр этого видео, и до скорых встреч уже в новых роликах. Всем пока!